последний бой этого мира! На смерть! На смерть! На смерть! На смерть! Смерть! Привет, с вами Братуха, это Игровой Робот. Да, ребята, Игровой Робот, 17 часов 35 минут сегодня, по времени начинается запись, 15 июня 2021 года. Вот кто начал играть в игру 17.35, тот может попасть на видос к Братухе. Последние где-то полчаса. Каждый день я захожу в игру, смотрю что-то новенькое, играю три боя. Это уже традиция. Традиция, скорее всего, это, да, традиция. Жалко, что ничего другого нового не могу сделать. Но все-таки, что могу, то могу. Вот сейчас, в данный момент, меня не допустило в игру. Попробуем войти еще раз. То есть, традиции иногда нарушаются. Хочешь войти в игру, а тебе шишнаны. Ну, раньше была традиция одна операция. Теперь тоже традиция изменилась. Сделали три операции. Ну, в принципе, блин, черный рынок тоже можно удвоить. А может даже и утроить. Три черных рынка. А чем черт не шутит? Можно сделать вообще четыре черных рынка. В общем, все можно сделать. Всегда традиции можно изменить. Давайте зайдем в игру все-таки сегодня у нас. Заходим в игру. Первый раз с компьютера. Warrobots Remastered. Как там это по-английски? Очень красивые заставки, конечно же. Пилоты гигантские на фоне маленьких роботов. Хотя, по сути, все наоборот. Вчера мы выиграли, вчера мы открыли, вчера мы получили, вчера мы расстроились, вчера раньше пошли спатеньки, хотя можно было сидеть еще лишний часик. Вчера стрим на канале Братуха Лайв был 3 часа. Вчера я бомбил по поводу, почему женщин нельзя оскорблять, а мужчин можно. И, в общем, вчера мы провели, открыли особый приз, и следующий особый приз будет через 22 сундука. Я стопудово не буду идти до этого особого приза. И мы выиграли, ребята, инсинератор. Инсинератор, не знаю, хорошая пушка или нет. Ею надо играть в топовом состоянии, чтобы понять, хорошая она или нет. К тому же, ее нужно как минимум две, чтобы повесить хотя бы на того же Ауджара. Следующее, мы будем открывать особый приз, 4 штуки по 100. И будем надеяться в особом призе выиграть Хорнет. Две пушки Хорнет у меня будет. Одна уникальная, а другая обычная. Док мне посоветовал попросить в техподдержке поменять уникальную на обычную. Типа, они это делают. Не знаю, насколько техподдержка идет навстречу людям в этом плане, но, в принципе, можно будет попробовать. Хотя, ну так, говорит, док будет две одинаковые пушки. В принципе, лучше, наверное, не стоит. Потому что, мало ли, пиксоники захотят сделать уникальному вооружению плюс 5% к дамагу, к примеру. В общем, будем пытаться выигрывать Хорнет. По сути, мы можем выиграть Диметру. И Магнитар. Интересный вопрос. Мне кто-то звонит, а телефон мой здесь. Обалдеть! У нас гости оставили телефон. Ладно. Не суть. В общем, будем открывать и что-то там дальше. Забыл. Дальше. Вперед идем. Здесь у нас поставочка. Шики-блуки. Здесь у нас, получается, рекламу крутим. Вот наполовине застряли. 500. Блин, ну 15 дней впереди. Может быть, с операцией что-нибудь, кстати, выпадет. Возможно, да? Вот, можно забрать. Тут сколько раньше давали ключи, непонятно, да? Ну, понятно, 220. Вот, или 2000, не помню. Сейчас вообще непонятно, сколько дают. Купить пропуск С? С? 4 пропуска. 4 пропуска, блядь. 1100. 1100. От бабки, блядь. 700 рублей пропуск С стоит. Обалдеть. А что так дешево, блядь? А, решили проверить, будет ли люди за 700 рублей покупать. Ну окей, давайте посмотрим, что за пропуск С, блядь. С, блядь. Так, подробнее. Ну что тут вот подробнее что-то? А, это совсем другое, что-то непонятно подробнее, блядь. Увеличить награду в ключах. Ладненько, что у нас тут? Пропуск С. Даю тебе 10 ключей бесплатно на втором уровне.
Потом дальше все золотое, все за деньги, за 700, а за 700 рублей можно взять, посмотрите, сколько ключей, ебать, и бустеров на ключе, чисто на ключи. Бустеры, то есть пропуск C специально создан для братухи, потому что братуха сейчас рекламирует черный рынок. Братуха сейчас идет в погоне второй месяц за Шарангой или за Оксминосом. И вот разработчики сделали пропуск C на основе братухи стопудово. Где, бля, моя прибыль? Где хоть какие-то плюшки за то, что я вам даю, сука, идеи? Неблагодарные, блядь. В общем, ребята, за 700 рублей можно получить 2,5, 4, 5, 6 тысяч ключей за 700 рублей. И это к тому же еще надо проходить задание. Обалдеть, ну что ж, ребята, такое бывает, да, 4 операции, теперь 700 рублей ключи. Обалдеть, ребята, обалдеть, что у нас там? Прорыв суперсундук, скорость открытия суперсундука увеличена на 50% с 15 по 18. Это у нас получается с 15, то есть с сегодня по 18, ага, по пятницу, со вторника по пятницу. Окей, значит, сегодня на стриме мы будем крутить 500 ключиков по 10. Ну так, по чуть-чуть, изредка. Ну и все, наверное, больше сюрпризов нет, мазафака. Обалдеть. Кстати, вчера я понял, что пиксы очень-очень-очень плохо сделали в плане оружия вот этого. Сейчас вам покажу. Вот я на стриме бомбил, как обычно. Вот, и сейчас покажу вам. В частном бою возьму шарангу, включим звук, ребята, на всю. В принципе, кто-то играет без звука, кто-то играет в наушниках. Вот, возьмем робота Шелла, потому что у него новая пушка Инцинератор. Как вы видите, у меня появилась пушка, и я запоминаю ее название. Так вот, пушка Инцинератор, и она стреляет прикольно и перезаряжается, ну, мгновенно. То есть добить противника не составляет никакого труда. Слышите этот звук? Слышите этот звук? Это перезаряжается пушка! Блин, это просто жопа! Это просто жопа! У меня вчера еще раз пукало прорвалось. Зачем делать такой противный звук в игре? Это просто пипец. Ну и по сути, 4 операции, а я тут вот загибал про это. Смотрите, что получается. В официальной, в нашей группе Воробоц 18+, у братухи есть мемчик от Вячеслава Старухи. Давайте, мои рыжики, поднапрягитесь, как еще качнуть бабла. Рыжики работают. Что, 4-я операция, браво, 425-й, умница, 100 рублей примите, если не забуду, и 4-я операция. По сути-то, ребята, вот тот самый видеоролик, это наши видеоролики сюда добавляются. Вот тот ролик, который я хотел вам показать сейчас. Самый воинственный фракции вселенной Воробоц. Мне так сказали, что она новенькая, она просто, наверное, не знает, кто у нас тут воинственный, кто не воинственный. У нас Фомичев воинственный, понимаешь? Добрый вечер, я мистер Фомичев. Я люблю деньги. У нас вот ребята с Мэйла приезжают и говорят, деньги. Идите к бабочке. О, боже. Деньги! Это воинственные мейлы или там руководители пиксов, которые хотят много денег. Во-первых, поздравляю вас, мистер Фомичев. Здравствуйте, я люблю деньги. Что подвигло вас построить обновление воинственное? В двух шагах от первого. Деньги. В общем, Александр Обухов, красавчик, просто молодец, креативный парень. Блин, Александр Обухову, ребята, отпишитесь под этим видеороликом в комментариях. Благодарность и поставьте лайк, если вам понравилось. Действительно, что может двигать нашими разработчиками? Деньги. Все, идем в бой, бустеры пьем, да. Или нет? Да, деньги. Пьем бустеры и в атаку, на смерть. О, у меня чаек тут, чаек вишневый, дикая вишня. Ложку положил. Воу, Вэлли! Вперед, фантом! На левый фланг! Два фантома. И как вы видите, фантомы... Крыса, блядь. Как вы видите, фантомы у нас на скорджах. То ли это братуха всех заражает, то ли это действительно уникальная сборка, на которой можно играть.
Людоед из Москвы! Давай получай пизды! О, давай, 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 ребята, наяривай! Сейчас еще один маячок заберем. Опа, побежали! Ни на кого не обращаем внимания, ни в кого не стреляем, то есть не привлекаем внимания. А теперь можно. Йоу, вы понимаете, да, что ему придется входить в астрал, чтобы не сдохнуть. Уходим. К сожалению. Давай, 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 давай. Этот лич, гад, китайский. Наверное, будет включать свою фигурю. Да, он включил свою фигурю. Опа, чуть-чуть мы его... Ох, гад какой. Вот мне бы чуть-чуть... Не, не понимаете. Ну, не... Вот у лича, наверное, идет такое вот быстрое сведение, а вот у меня что-то хромает. Это рамвана, которая китайцу еще одному какому-то из клана СК может принести проблем. Надо выпиливать ребятенка. Раванчику. Опа-на, опа-на. Взяли в автоприцел, в ручной прицел этого парня, людоеда из Москвы, и посылаем ее, ему таранные флюиды счастья. Получай пиздюлю, друг. Людоеды. Людоеды, давай сдохни, обалдеть. Давай маяк захватывать. Шикарно, давай вперед. Там еще кто-то. Зима-базима. Маяк забирает. Хорошо, давим, давим красноперых. Валим, убиваем, крошим, топчем. Зажигаем. Бум-брум-бум. Сжигаем, сжигаем. Сжигаем. А, да, хорошо. Давай в астральчик уйдем. В астральчик уйдем. И сейчас нас должны будут подкинуть. Плохо нас подкинул пацан, Артур, не успел парень. Вот сейчас нас вообще хорошо кинуло. Ни хрена тебе, ни маяк тебе, ни хренусенький. Пошел в жопусеньку. Слили братушку, Диметр. Что-то какого-то там уровня, пятого или что-то он там качается. Давай, давай, вали его, сейчас будем телепортироваться к парню. Ни хрена, что-то мы не телепортировались. Еще один баг, вроде телепорт работает, так парнишки не телепортнулись. Чего странная дичь какая-то в этой игре происходит? Она так всегда! Давай, зажигай! Титан Слайер! Блин, людоеда не добрал! Не остался мне людоед! Вот обалдеть, короче! Вот это подлечился парняга! Сейчас завалим! Парняшки, кстати, там все вылечились! А их Диметр, блин, вылечил! Под прикрытием подходим к китайцу бою! И выигрываем! Вот такой бой! Воу! Шикарно! Блин, четвертая операция, пипец. 393 тысячи, да это нормально. Но пятое место, это очень ненормально. Вчера играли с Калининым, там при проигрыше на последних местах по минус 46 ранга клана было, представляете? Вот это да, вот сейчас стопудово пойду посмотрю, что там, куда там меня забросило. В какую нафиг лигу теперь, где я нахожусь? 4950, а я что, был в чемпион лиге, что ли? Если так нас вчера кидало. Второй бой этого вечера, ребят, на смерть, чайком, сверху. А, хорошо. Блин, что я на пятом месте-то? Мало дамажил. Погромче звук сделаю. Звук игры, когда не слышно, вообще что-то как-то очень печально играть. Кстати, вчера, да, помните, я взял тайфуна и сразу сдох. Оп. Спокойненько возьмем маячок. Кстати, Найтингалу почему-то маяк не нужен. Что-то задумал Митька. Тебя убил. Митька, тебя убил. Вот сопляки, Митька, тебя убил. Давай вперед. Не надо взлетать. Пацан, выходи. Будем биться. Готово. Шоколадно, сейчас этого испугаем. Он такой, обосрал меня. Опа, ему телепорташечки. Нормально, я опять вперед. Вперед, я побежал вперед. Это что там, Арес? Судя по всему, да, очень долго действует способа. Давай, зажигай, пацана, нагибай. Владимир из Алматы, получай люлей. Ну вы поняли, да? Это что у нас там, ныряем в... И в спину зажигаем. Да ты гонишь.
пацан, уходи в астрал. Тут места мало для двоих, вали отсюда. Сыкло, вали отсюда, рабана сыкульная. Давай, вали, я тебя вытолкну. Ребят, помогите, пожалуйста, блядь. На, сдохни ты, ёпты. Нормально, братуха, рулит. Скорпиона сейчас будем выжигать. Я ходил в школе в кружок выжигания. Правда, там не скорпионов выжигал, всякие цветочки, но все же, опыт есть. Чё, побежали, ура! С одним коржем бегаю, придурок. Ну, бывает чё. Равану берем, на смерть идем. Все нормально, убьем на всех, завалим. Чё ты не телепортируешься, тормоз? Ну, так и бывает у людей, бывает. Забывает, где кнопка откатить способность. Хоп! Чуть не убил, блядь. Хоп! Хоп! А теперь убил. Арес такой есть на взводе. Усар 606 обломался. Братуха его завалил. Вот так. И никакой щит тебя не спасет. А эти вот пушечки-инцинератор. Как вы видите, тоже ни хрена не дамажат, да? Потому что я ушел в астральчик. Пью-пью. Ну там я непонятно, огонь или блиц бегает. В общем, будем валить этого парня-инцинератора. Блин, расстояние 500 метров, а он в 300 метров, в 350 играет. Странно, так же ж нельзя. Ауджана берем. Чу-чу. Этот шел так и бегает. Маяк забрали. Блин, я сдох, так значит все, да, можно. О, давай, Юсер, что такое? Куда по астралу ходишь? Давай, взлетай. Вот так. А мы теперь другому парню перекидаем. Получается так, Юсер. Но тебе уже надо садиться. А это значит, что мы тебя будем выжигать, пацан. Йоу! И последнее у меня тут. Боеприпас, в надежде, что в тебя тоже кто-то будет стрелять. Владимир Алмата. Алмата. Очень трудно я захватывал маяк. Что-то я его вообще не захватываю. То ли меня глючит. Какой-то тормоз, я не знаю. Я маяк не захватывал. Странное дело. Да ёптую, посмотрите! Нет такой кнопки, чтобы взять и навести на того Артура вот эту способность. Из-за этого Артур умер. Я бы его полетел бы, вовремя вылечил бы. К сожалению, да, ребят, есть вот такие баги, шляпа. Кто мне в спину стреляет? Ну убейте его! Чё за союзники такие, а? Ужас какой-то. Куда ты бежишь, блядь? Ты, сука, вот этого надо было выпиливать. Блядь, почему такие бакланы в игре? Ну почему? Да придется самому его выпиливать. Он маяк заберет. Ну, он сейчас слетал. Дабл килл оформил, да. Выпиливает меня, Артур, выпиливает. Да, союзники, повезло. Готов. Ну давай я за собой эту Равану утащу, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Вася! Тайфун сделает свое дело. Блять, ребята, вы можете завалить его нахер? Я маяк заберу. Ну, кто там вливает в него? Давай!
Не хочу всасывать! Блин, повезло котлу! Братуха, Дарья, бочи! Стоять, бояться, куда пошел? Бэмпэнч! Твою маковку! Блядь, надо выигрывать, что за хрень! Аж набесит! Твою меч! Он что, взлетел? Стоять, Лео! Лео, стоять! Ребята, вали костопёры! Килл! Победа! Блин, вот таких боёв не хватает! Дабл килл! Ну, была легенда бы. Шикарно! Стоять! Исчадие ада! Блин, летает гад, смотри! Ой, да ладно, чё там? Уу, я вспотел! Я думал, всё, всосали! Ни хрена, победили! 1 222 800! Посмотрим рекламу, ребята, конечно! Зомби нападают, походу! Вот обожаю! Представить вот какой-нибудь симулятор, где реально из жизни зомби! Вот я смотрел сериал «Ходячие мертвецы», вот там бы в зомби бы, блин, реально, я бы точно не сдох. Почему? Потому что зомби, они очень медленно там ходят. Ну, это я про тот сериал. В других сериалах зомби вообще бегают. Вот, спортсмены, блин, да. И вот в «Ходячих мертвецах» я вообще ни разу бы не помер. Потому что они очень медленно ходят, и одним острым оружием можно всех зомби перебить в голову, сверху, и все, а потом их сжечь. 4 ляма урона, да ты что! 1 817 000 убитых, 5 маяков, 4000 очков чести. 1 834 000 серебра с премом с рекламой, но без бустера. С бустером было бы ляма за 2. Это хороший скриншот, ребята, я вам хочу сказать. Это серьезно, я вам хочу сказать. Парам. Это скриншот, как делать скриншот, хрен его знает. Ну ладно. Потом, это круто, обалдеть. Мы вообще просто нагибали в этой игре, я, да. Ну мы играли в меньшинстве, то все легло на меня, круто. Вот так каждый день бы рубиться. Бой начинается. Притом, заметьте, без титана, без лечения. Чисто, можно сказать, один сплошной дамаг. Это, короче, бежит, прыгает, или скачет, или летает, хуй пойми, но парень на колесах. Это, об этом много что-то говорит. НБА, НБА играет! А чё, у НБА нету модулей, что ли? Кто там пришел? Алло! Надо сходить посмотреть, кто-то открыл дверь и вышел. Будем маяк захватывать. Давай, Грунфис! А он сейчас летать будет. У него уже все откдешилось. А нам похеру, мы волшебники Гюльчатай! Нахуй ты глаз включил? Пацан пересрался, даже глаз включил, способность. Или это у него Янгли там? Чё, опять мой маяк забрали? Чё за дичь? Побежали, побежали, блин, еще раз. Что-то совсем не поняли, ребята, красноперые, как бодаться надо. Как против братухи тут. Всем по закладке надаю, шикардос. Одни дальнобойщики, что ли? Да. Чё, взлетают? Вот он взлетел, да, гадёныш. Гринфис! Будем шкварить Гринфиса. Да ну нахрен Гринфис шкварит братуху. Ну, конечно, там 4 скоржа, куда мощь... Каламити, наверное, мощнее, чем мой Спарки и Скорж один.
Блин, что-то я тут прям в жопе в какой-то. Ну мне не привыкать. Зато маяк взял, там отвлек, тут отвлек, нормально. 4 синих маяка, это уже можно, да, считать победой. Хотя мы сейчас по маякам проигрывали. Ах, твою медь! Ты чё такой крутой? Пентхаус занят, сука! Братуха сидит! Чёртовы блиц отделы! Тебе будет сейчас крышка, пацан! Сдохни! Можем приземляться? Можем, никого нет. Шоколадный бой! Такой тоже, блин, напряженный! Два боя хорошеньких! О, ракеты, блядь, летят! Пол титана сжег нахер к чертям! Ты меня хочешь подлечить, пацан? Давай, но бесплатно! Нормалёк! Лечи меня, Ноденс! Карахири! Блять, камикадзе хуев! Да, блин, так аптечку зря спалил! Лечилку, да, 2 метра! Нифига мы тут накрошили пацанов! Это шаранга! Подлечим её! Да хрен ты ее всю вылечишь, там хп сколько. Нифига, она грязная. Просто гигантская. Вот это похож робот на Титана. Серьезно вам говорю. Да. Шикарно, блин, нифига себе. Гордос. Да, мне нравится. Ого, нифига, еще раз рекламу смотрим. Что-то прям сыпет серебром. О, блин, будет круто, как я выгляжу. Пицца, отличная идея. Так, спокойно, спокойно, спокойно. О, пицца, спасибо, чувак, сдачу себе оставь или нахер теперь. Так, подождите, я ж на вечеринку. Вообще, здорово, прикольно. 2 ляма, 500, 2500 очков чести, 3 убитых, 5 маяков. Обалдос, просто зашибись, мне нравится. Ну что ж, 4-я операция, вот такие интересные бои. Сегодня просто классный денёк, я вам скажу. Да, да. Обалдеть. С вами был Братуха. Что будет дальше с игрой Воробос? Хрен его знает. Вот только сейчас док начинает познавать мои слова. Да мне похуй вообще. Истину моих слов, да. Мудрость. Лайки, комментарии, подписка. Все как обычно. Делитесь братушкой по всему свету, по миру, всему. Несите братушку на все мобильники нашей вселенной. Пока-пока.